Чувам ли се добре? Нормально, да. Всем привет. Здравейте, на всех. Меня зовут Рома. Казвам себя Рома. Кто меня не знает, 23 года, я из Молдовы. На 23 години сам. И сейчас я вам расскажу свое свидетельство, но не буду просто рассказывать, но и наглядно покажу. Сега наверняка я всех уже вас заинтриговал. Не само ще ви разкажа, но ще ви показвам. Да, у меня тут передо мной три стаканчика. Пред мен има три чаши. Один из них это я. Първият това съм аз. И моя жизнь. И мой живот. Второй – это грех. Второе – греха. А третье – это Иисус. А третье – Иисус. Я родился и вырос в неверующей семье, и меня окружали только неверующие друзья. Я се родих и израснах в неверующее семейство, и ме заобикаляха само неверующие хора. И, естественно, никакого знания о том, что есть Бог, или какого-то знакомства у меня с ним не было. И, разбира се, нямах никакви познания за Бога и не го познавах лично. Вырос я в... У меня отец бывший военный, поэтому всегда держал меня в строгости. И баща ми е бивши военен, затова винаги ме беше строг с мен. В 14 лет я съехал от родителей. И на 14 години аз си заминах от нашите. В большой город, получил свободу. Получих свобода. И тут пошли первые неправильные шаги. И тук започнаха първите ми неправилни стъпки. Поскольку была компания, понеже друзей, компанията беше нова, которые говорили, она возьми выпей. И приятели, които ми казваха, ето, изпей нещо. И, как видите, я начал виждате, меняться, да. Започнах да се променям. Начал меняться. Да, ничего страшного, если ты материшься, это даже круто. Нищо страшного, ако псуваш, това даже е готино. Кальян, сигареты, в этом наргилета, нет ничего плохого. Наргилета, цигари, няма нищо лошо в това. Обманывать? Да лыжаш. Так мы все обманываем. Всички лыжим. В 17 лет я переехал в Болгарию. И на 15 години, когато станах, тут я получил полную свободу. В Болгарии и получих полную свободу. Плюс начал работать, еще получил довольно-таки хорошую зарплату. Започнах да искарвам пари. Которые вскружили голову, и я полностью погрузился в такую молодую тусовную жизнь. И я започнах да... Потопих себе в один готин, такъв партий живот. И тогда все пошло по нисходящей. И всичко тръгна надолу. Дошло до такого, что у меня были проблемы с алкоголем, проблемы в отношениях с девушками. И стигна до там, че имах проблем с алкохола, с взаимоотношенията ми с момичета. И просто в один момент я был в такой депрессии, что даже не хотелось жить. И в один момент бях в такава депресия, че даже не мисля живееш. У меня были мысли сесть в машину, разогнаться и врезаться куда-то в какой-то столб или дерево, да, и все на этом колата, закончить. Да дигна скорост и да се блъсна на някъде и това, така да приключи живота. И именно в тот момент... И точно в този момент... Меня пригласили в церковь. Мен ме поканиха на църква. Я начал ходить в церковь. Започнах да ходя. Начал слушать проповеди. Започнах да слушам проповедите. Начал читать Библию. Започнах да чита Библия. И лично знакомиться с Иисусом. Да се запознавам с Иисус. И когда я начал познавать Иисуса... И когато започнах да го, да го познавам... Он начал меня очищать. Той започна да ме пречиства. Также и у каждого из нас, когда мы знакомимся с Иисусом, и Он нас очищает. И такая при всеки един от вас, когда мы запознаваме с Иисус, Той не причиства. Он делает нас похожими на Себя. Той не прави да приличаме на Него. Такими же чистыми, такими же праведными. Толкова чисти и толкова праведни, като Него. И все мы стремимся как можно лучше Его знать. И всички ние се стремим, колкото се може повече да го познаваме. И благодаря Нему мы получаем жизнь вечную. И благодарение на Него получаваме вечен живот. Он, поскольку Он победил грех, Ты, като Он той победил греха, смерть. Победила смерта. И это я тоже наглядно покажу. И отново ще ви го покажа. Перед этим всемогущ. Той е всемогъщ пред греха. Вот это было мое наглядное свидетельство. Хотел наглядно показать, как Иисус и грех влияют на нашу жизнь. Как грех нас меняет, делает нас темнее, чернее, а Иисус все очищает. Исках да ви покажа, как греха и Иисус не променят, как греха не прави по-мръсни, а Иисус не пречиства.